Приветствую всех на канале HiMCo, и в этом ролике мы с вами поговорим, какие же стили торговли может использовать трейдер для, соответственно, своей торговли. Погнали. Передо мной сейчас график фунт новозеландский доллар, да, но это не важно, потому что на любом инструменте работает одна и та же система, стили торговли, да, и так далее. Вообще, как определиться со своим стилем? Для этого вам необходимо поторговать все стили, и потом уже выбрать для себя тот, который у вас больше всего получается. Например, у меня получается торговать ложный пробой, точнее, пробой уровня, да, когда идет накопление, и потом идет импульс распределения. Да. То есть, как это показано на графике, допустим, вот у нас есть определенное накопление. Да. Сейчас я сделаю. У нас будет прямоугольника выделено, да, вот здесь накопление, я вхожу в сделку от уровня, да, вот он у меня уровень, как вообще чертить уровни, как определять правильно уровни, есть, соответственно, видео об этом, поэтому можете посмотреть и как бы с кайфом потом торговать. Но для начала вам нужно изучить базу, а чтобы изучить базу, вам либо личное наставничество, которое вы можете у меня взять, либо книжку тогда почитать. Но лучше практики ничего нет, как говорится, поэтому ссылка в описании. Вот, соответственно, я жду, пока идет накопление, да, и как только он выходит за уровень, я покупаю стоп за уровень, и вот это движение я могу забрать. То есть за это движение там могу заработать, допустим, 100 долларов, там, да, и это движение там шло буквально там, полдня, допустим, или день. Вот. И тем самым я нахожу такие же ситуации, да, то есть мой стиль торговли пробой уровня, да, то есть я нахожу ситуацию, когда идет ситуация к пробою. Если такого нет, я, соответственно, не лезу в сделки, потому что зачастую трейдеры ошибаются, когда, ну, нужно ждать, а ждать они не хотят, руки чешутся, и, соответственно, приходится, как говорится, лезть в кипящую воду. Вот, поэтому, соответственно, вот, торгую пробой, все, жду, никуда больше не лезу. Если вы торгуете ложный пробой, да, как вот здесь, допустим, был отбой от уровня, мы пришли, сделали несколько касаний, вот он ложный пробой, вот он второй, и третий уже ложный пробой, он сложный, об этом, соответственно, тоже в ролике про ложный пробой есть. Вот, соответственно, цена заходит за уровень, вы тем самым выставляете sell-stop order, да, и как только цена возвращается обратно, она задевает, и вы берете импульс в обратную сторону, то есть на разворот тренда. Поэтому кто торгует ложные пробои, те как бы берут вот такие движения. Либо вы можете торговать отбой от уровня, да, третий стиль это когда цена приходит к определенному уровню, вы ждете там три касания, да, и на четвертом входите, стоп за уровень, соответственно, короткий, и берете вот это вот движение там 1,5%, 3410 пунктов, то есть там при 0,1 лоте это 340 долларов, да, то есть за вот это движение вы могли как бы взять, то есть там, буквально если отметить, это там 3-4 дня, да, 3-4 дня там вы 340 долларов заработали, вот, и так далее, соответственно, по парам, по активам, вообще не важно какой актив, везде одни и те же стили работают, поэтому просто научитесь для начала определять тренд, начните определять уровни, свой стиль торговли, алгоритм. Этому всему, соответственно, я тоже учу на наставничестве, поэтому ссылка в описании. И до новых встреч в следующих роликах. Увидимся. Всем пока.